Давай на колесик. Есть, ребят, смотрите, какой крутяк. Ну все, тебе хана, кто ты там, китаец какой-то. Мы тебя или запилим, или затолкаем, разницы никакой, все-таки под стену мы его затолкали, пилить бы нам пришлось его очень долго. Так, еще один какой-то китаец, ЦЦ. Ну мы лежим на крыше, че ж нам делать-то, ну-ка, ну-ка. Давай от стеночки отталкиваемся и толкаем, ребята, вот это, конечно, да. Эй, не-не. Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем играть в игру, которая называется Crash Arena Turbo Stars. Ну что ж, я сейчас нахожусь на 18-м этапе чемпионата. Сюда я перешел мгновенно, я не знаю, в чем причина, или противники были слабенькие, или машина у меня уж больно крутая, в чем я, конечно, сомневаюсь. Да, вот давайте посмотрим, что это за машинка у меня сейчас. Значит, ракетница у меня имеет 5700, ну и, соответственно, лазер у меня прокачан по максимуму, однозвездный. 9000 колесика, 11000 корпус. И в общей сложности получается 24 и 12 тысяч единиц. Так, ну что ж, давайте открывать ящички. Так, здесь у нас пила, ковшчик, проныра двухзвездная, бигфут трехзвездный. В общем, я сейчас нахожусь на том этапе, где у нас доступны четырехзвездные детали и трехзвездные детали. Мне это уже не интересно. Ладненько, давайте, наверное, по-быстрому все это посмотрим. Так, ну вот, не очень. Так, и давайте супер ящичек вскроем. Ах ты ж, как-то все однозвездное, да как так-то? Единственные двухзвездные детали это те, что с короной. Непорядок, ребят, супер ящики мне что-то не особо нравятся. Ну, вот здесь четырехзвездная какая-то деталь была. Да, и трехзвездный у нас комплект ХП. Пила четырехзвездная, да, и все. Не густо, не густо, ребят. Ланька, давайте отправимся в чемпионат и на этой нашей машинке, которая сейчас находится, можно сказать, в стоковом состоянии, погоним мочить противничков. Никита Кот, ну-ка давай еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, есть, ребята. Добили мы Никита Кота, Никиту Кота, так, какой-то китаец, не знаю, азиат, все, замочил. Ладненько, пирамидка, пирамидка, the best way, есть, мы уделали этого the best. Так, здесь у нас, смотрите, с липким колесом тоже какой-то азиат меня мочканул. Да что ж такое-то, тут у нас мы чувачка сделали перевертышем, хотя он изначально таковым не являлся, и замочили. Так, вот этого, наверное, вряд ли, 17 тысяч урона. 21 тысяча урона, и мы его уделали, потому что у него хп 9 тысяч всего было. Да, чувачок, конечно, ты крутой с одной стороны, а с другой стороны ты вообще не защищен. Так, ну что ж, 9-й бой, и у нас уже это 5-я победа, ребята. Сакура, 2 лазера, с одного выстрела мочканула меня Сакура это. Так, и этот тоже меня с двух выстрелов уделал, да как же так же. Так, перевертыш, наконец-то, вот он ты, эх, нет, что-то как-то не получилось у меня его одолеть. Обычно у меня вот эта колоночка спасает перевертышей, но что-то не в этот раз. От этого перевертыша мы защитились, ребят, крутяк. Последний, последний, давай, давай, ох ты, шея улетел в стенку, босс, никакой ты не босс, ты... Не босс, короче. Так, ну что ж, ребята, мы выиграли 7 боев, находимся на 8-м месте. В принципе, неплохой результат для машинки, которая вообще не улучшалась. Ну что ж, а теперь нашу машинку нужно прокачать всякими деталюшками. Смотрите, сколько корпусов золотых. Золотых корпусов. Я от военного практически от всего избавляюсь. Оставляю только те детали, которые имеют какие-то свойства. Ну, 20% к чему-то. Те два корпуса титана, они, видимо, пришли недавно. Это по циркулярку. В общем, куча бесполезных запчастей. Сейчас я буду от них избавляться и прокачивать нашу тачечку. Ну что ж, ребята, вот такая машинка у меня получилась. Давайте еще поставим вот это колесико маленькое. Нам такое маленькое колесико прибавляет хпшек, но при этом будем стоять на месте и никуда не ехать. Ланька, давайте отправимся в чемпионат и кого-нибудь замочим, я надеюсь. И сейчас в нашу импульс никто не утыкается, но мы все равно замочили чувачка. Так, давайте вот этого еще огреем. Есть, ребята, 2 победы уже есть. Я не помню, сколько у нас там противников оставалось еще одолеть. Эх, а вот это меня уделало, ну сильно большой у него урон. Так, вот с этим, наверное, тоже возникли проблемы. Да, один выстрел у меня нету. Сакураса! Все, тоже меня ушатало. СС какой-то или ЦЦ, не знаю. Так, ю-ой-ю-ой-ю-ё. Что такое-то? Все. Эх, ребята, ну что ж, получилось всего 2 противников одолеть на нашем улучшении машинки. Да. Итого у нас 9 побед. Осталось 5 противников всего нам одолеть.
И, собственно, все. Можно смело дожидаться окончания срока для того, чтобы переходить в новый этап. Так, ну что ж, нам теперь нужно изменить машинку. Скорее всего, надо поменять корпус. Возьмем вот этот корпус проныры. У нас здесь два крепления под различные улучшалки. Я хочу сюда прикрепить, наверное, два нитра. И попробовать, как это будет выглядеть у нас. Перевертыш, в общем, собираем. Нам сейчас нужно взять оружие. Так, оружие, ну, лазера, наверное, мы не будем брать. Нам нужна циркулярочка, ребят. Вот такая тачка у нас получилась. Два у нас нитра стоит и циркулярочка. Давайте отправимся, наверное, в быстрый бой. Посмотрим, как ведет вся эта машинка. О, мы улетели вообще в стену. Прям сразу перелетели все коробки, ящики. Ну, это у нас был быстрый бой. Давайте еще одну попыточку. Давай, давай, вот мы уже перевернулись и уже мочим противничка. Так, сейчас кто кого затолкает. Эх, ребята, видимо, сейчас я под стену заеду, да. Так, ну что ж, давайте все-таки отправимся в чемпионат, потому что быстрый бой к чемпионату никакого отношения не имеет. Нам же нужно побеждать в чемпионате. Так, вот, эх, да, через пирамидку мы улетели, через проныру мы тоже улетели. Еще один проныра, вот, зацепились, да, ребят, крутяк. Вот этого мы сейчас замочим, Сакура, на тебя, получай. Урона у нас очень мало, но все-таки мы, наверное, его замочим. Или до него доедет вперед стена, конечно, не знаю, еще какой вариант сработает. Есть, ребят, все-таки мы его запилили, закромсали. Так, эх, еще один проныра, мы улетели за борт. Здесь у нас перевертыш, у которого очень много урона, поэтому мы померли. Так, ну а Никита Кот, мы его уже мочили как-то, он у нас побежден. Итого у нас плюс одна медалька, 10 побед. Да, ребята, ну что ж, давайте, наверное, поменяем корпус, будем сейчас экспериментировать. Я не знаю, давайте что ли выберем валун, хоть он и однозвездный, зато у него два крепления. Наверное, придется прокачивать энергию. Или не получится нам прицепить еще одну циркулярочку. Видимо, мы будем с одной циркулярочкой, с одним нитро, соответственно, тут у нас два одинаковых нитро золотых. Что ж, колесики. Колесики нам нужна одна липучечка, по-любому. Тем более она для валуна, дает нам 20% хп. Так. И второе колесико какое-нибудь, наверное, круглое возьмем. Что у нас такого круглого есть? А, у меня вот этот, смотрите, 9700, почти 10 тысяч хп. Прикручиваем его к валуну. И того у нас 21 тысяча хпшек. Давайте, наверное, просто колеса поменяем местами. Вот так вот, мне кажется, будет лучше переворачиваться через круглое колесо, чем через липучку. Ну ладно, это мы сейчас увидим. Так, вооружение. Так, где у нас тут циркулярочки? Циркулярочек у нас выбор небольшой. Да, ребят, вот у меня есть трехзвездная циркулярочка. Цепляем ее и погнали, наверное, в бой. Давайте, наверное, вперед прицепим, потому что мы перевернемся. Скорее всего, будем лежать на голове там, я не знаю. И поэтому вперед, мне кажется, лучше. Хотя, в принципе, разница-то какая. Так, эх, все, мы перевернулись. Мы будем лежать, и нас сейчас покромсает стеночка, скорее всего, да. Это было неизбежно. Ну что ж, ребят, давайте отправимся еще разок в быстрый бой. Посмотрим на сейчас другой противник. Это у нас противник в корпусе валун. Такой же, как у нас корпус, но он не перевертыш. Так, мы его зажали липким колесом. И сейчас стеночка выехает. Есть, ребята, мы его затолкали. Патрик это у нас какой-то был. И мы за это получили супер ящик. Беспонтовый супер ящик с однозвездными деталями, скорее всего. Давайте, наверное, все-таки еще улучшим нашу тачку. Так, у нас 21 тысяча, 22 тысячи хп практически. Да, нам с этим нужно что-то делать. Давайте попробуем комплектами хп прокачать. Плюс 2600 дает нам один комплект. Крутяк, ну-ка давайте еще разок в колесико вольем. 6 кристаллов просит. В общем, не вливаются ящички. Нам нужно какую-нибудь безделушку продать. Давайте, наверное, вот этот корпус сдадим к чертовой бабушке. Он нам, в принципе, не нужен. Я такими корпусами классика не пользуюсь. Они мне без особой надобности. Так, ну что же, давайте, наверное, еще один корпус сольем. Так, двухзвездный корпус мы слили в утиль. И давайте еще один комплект в колесо вольем. Да, 7000 хп на липучем колесе первого уровня. Так, давайте, наверное, теперь возьмемся за циркулярочку. Так, пирамидкой. Ну, просит у нас 5 кристалликов. Значит, сдаем пирамиды. Пирамиды тоже я корпусами этими не пользуюсь. Плюс 165 хп, очень мало.
Трехзвездная циркулярка, а? Чё-то как-то... Да. Ну что ж, не знаю. В общем, сейчас я повливаю сюда что-нибудь, машинку нашу улучшу, и отправимся, наверное, ребят, к чемпионатам мочить наших противничков. Ну что ж, в общей сложности у нас циркулярочку получилось прокачать до 2744. Ну что ж, ничего не поделаешь, давайте отправляемся в чемпионат и посмотрим, сможем ли мы замочить наших противников. Вот он, первый чувачок, и есть, мы перевернулись. И вот было бы у нас липучее колесо, мы бы сейчас поехали. А вместо этого нас сейчас затолкает под стеночку, или замочит. Хотя как он меня замочит-то, у него пушки все вперед. Заехали мы под стену. Так, тут у нас тоже какой-то китаец, а здесь мы, смотрите, встали на колеса, и сейчас мы его затолкаем под стену, потому что против липкого колеса он вообще никакущий. Ну что ж, еще у нас тут один проныра, давай на колеса, да что такое-то, ребят, все. Мне кажется, мне хана. ЦЦ меня этот час уделает, да, затолкает тоже под стену. Перевертыш, уе. Ох ты, смотрите, он встал ближе к стене, его сейчас расплющит, попилит, покромсает. Ну-ка, давай, стеночка, давай этого, уе какой-то, давай, быстрее же, ну. Да, ребят, мы победили, можно сказать. Так, ну что ж, этого чувачка мы уже уделывали, поэтому уходим отсюда. Да, ребята, нужно сейчас липучих колес, да побольше. Давайте, наверное... Хотя, если мы сейчас это колесо уберем, минус 6800. Погнали в чемпионат. Нам осталось еще сколько там? Двух противников, по-моему, одолеть. Давай. Ну, мы как бы катимся, но мне кажется, он меня сейчас затолкает под стену. Нет, смотрите, он на меня наезжает. Давай, циркулярочка, ты че такая маломощная? Все-таки мы попали под стену. Нет, ребята, знаете, что я придумал? Надо сейчас поставить сюда прям здоровенное липучее колесо. Какое оно? Липкий диск, по-моему, называется, да. Ну-ка, давайте посмотрим на ХП. И ХП у нас больше, как бы. Сейчас посмотрим, наверное, должно быть круто. Мне кажется, сейчас я буду по-любому на колесах. Да, мы на колесо приземлились, но вот сейчас вот мы не едем. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, давай, чувак. Ай-яй-яй, да что ж такое-то? Не получается. Видимо, нам нужно это колесо переставить в другое место. Смотрите, что происходит-то. Нет, вообще не вариант. Давай теперь поменяем колеса местами. То есть вот это переднее колесо большое поставим назад, а маленькое поставим вперед. И мне кажется, будет лучше. Да, ну во всяком случае, это эксперимент. Посмотрим, как оно покажет себя. Так, ну что ж, два противничка осталось. Всего два противничка. Давай на колесик. Есть, ребят, смотрите, какой крутяк. Ну все, тебе хана, кто ты там, китаец какой-то. Мы тебя или запилим, или затолкаем. Разницы никакой. И под стену мы его затолкали. Пилить бы нам пришлось его очень долго. Так, еще один какой-то китаец. ЦЦ. Но мы лежим на крыше. Че ж нам делать-то? Ну-ка. Давай от стеночки отталкиваемся и толкаем, ребята, вот это, конечно, да. Эй, нет, мы его засверлили, ребят, смотрите, у нас ХП оставалось совсем чуть-чуть. Так, ну еще какой-то тут азиат, давайте, наверное, его замочим, мы его мочили уже. Так, смотрите, как мы его поставили на голову и затолкали под стеночку, да, вот это крутая тачка получилась, но всех противников мы на ней не сможем одолеть. Так, Никита Кот, мы с тобой уже бодались, ну тебя, выходим. Итак, ребята, я на первом месте, крутяк, мы всех противников одолели, теперь мне нужно выждать 18 часов, удержаться в топе, для того, чтобы перейти на 19 этап чемпионата, но тачки у меня какие-то слабые, на мой взгляд, не знаю, как я противников этих одолеваю. Доливаю. Да, ну что ж, ребят, на сегодня это все. С вами был Мобик. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.